здраво! Меня зовут Мирка Здравич. Пока коронавирус продолжает свое шествие по нашей планете, ученые всего мира ищут лекарства от этого недуга. В Нидерландах уже нашли антитело к коронавирусу, которое блокирует инфекцию. Фармацевтическая компания из Японии тоже готовит лекарства на основе плазмы. Вы нашли лекарство? Даже сейчас вы цепляетесь за надежду. Надежда есть всегда. Ведь пока на Земле живет президент Туркменистана Гурбангулы Бердамухамедов, надежда действительно есть. Еще в конце января в стране начали проводить дезинфекцию помещений при помощи верблюжьей колючки, поскольку великий лидер топит за народную медицину. И вот недавно он назвал народное средство от коронавируса. Опять мир спасать. Опять мне. Гурбангулы Бердамухамедов в ходе заседания правительства посоветовал гражданам защищаться от всяких там коронавирусов простым народным средством – дымом гармалы. Наши мудрые предки твердо следовали традиции окуривание дымом гармалы во время важных событий, сказал он. Сейчас еще народный целитель из холодильника выпрыгнет. Кроме того, в сети появилась новость о заболевшей коронавирусом лошади. Якобы конь по кличке Алмаз катал туристов по центру Ашхабада и слег с температуры после того, как прокатил на себе китайских туристов. После чего Бердамухамедов узнал об этом происшествии, прибыл на помощь животному, оседлал его, прокатился на нем вокруг больницы и, вуаля, скакун выздоровел. Правда выздоровел? Это... произошло чудо. Правда, новость про коня оказалась выдумкой. Лишь сатирической историей про туркменского президента. С другой стороны, то, что ее подхватили СМИ, приняв за чистую монету, неудивительно. Вот, например, недавно он утвердил виды деревьев, которые следует сажать верхом на коне. А до этого рассекал на машине прямо вблизи газового кратера под названием «Врата Ада». Прямо в стиле последних фильмов «Форсаж». Какая интересная у людей жизнь. С другой стороны, в Туркменистане вроде как коронавируса-то нет. Вот вы скажете, это потому что страна изолирована от внешнего мира, что это еще одна Северная Корея. Но лично я думаю, что Бердамухамедов просто взял и расстрелял коронавирус около границы, сидя на своем велосипеде. Конечно, он и такое тоже умеет. До скорых встреч!